Бородач по лайту пошел, да? Да. Очкует. Интересно, тут изменилось что-то со вчера? Ох и замесили тут. Можем и застрять, блин. Не, не застряли. Ну так тяжеловатенько. Тут самая жизнь. Проедем. Вова уехал уже. А вот и РФС продолжение. Мы вовремя приехали. Там нарыли за эти дни. Хотел уже сказать, ох, какую цунами гонит. Попал в яму, да. Сейчас бородач поедет спасать. Хотя ребята могут пробовать залебедиться, еще времени полно. А вот и серьезный джипер на Вранглере. Да, поехали. 8-й спецучасток. Что там, остались еще кто-то не проехал? На, берем! Так, едем на эвакуацию. Еще пробуют они, Паш. Ну, время есть, можно попробовать, конечно, но не знаю. Пока не получается. Вот так далеко они. Одевай этот. Талисман одень. Талисман одень. Я тебе фотографию сделаю красивую. Поворачивай бороду сюда. Штурман пробует еще. Ну, пока не получается. Да в том-то и дело. Там такое вилистое дно такое.
Точнее, едем мы на помощь. Дед Павло сейчас всех спасет. Заход на спецучасток номер 8. Катер дубасит нормально. Подъедь ближе, Паш. Подъедь. Якорь боится потерять. Там шакал где-то. Шакал где-то ищи там. Да, это РФС, это вам не шутки. Красота нереальная вокруг. Берег. Лебедица. Все нормально. Все нормально. Вчера тут были приключения жесткие. Набрали воды уже, конечно, заикариться. Ну и дно там очень илистое, сложно. Такое завершение РФС. Еще лет пару экипажей не брало, но... Может, сошли. Что там якорь не может вынять. Едем обратно. Что, якорь не может вынять или что? Там разогнулось, ого. Глубина такая местами. Что там, бородач? Пытаемся достать якорь. О, есть.
Паш, потеряем еще, а? Хорош! Потеряем еще, говорю. Паша, клюет! А он рыбу поймать пытается. Какое кино. Верхом на унемоге. Штурман отстал безнадежно. Влад, забирай улов. Охренеть, вот это номер. Саня против. Там, блин, там рубилово такое, да. В8 против В6 было только что, ни хера себе. Ты видел, они нос в нос херачили. Так кто выиграл? Паша. Паша выиграл, да? Нужно меняться сторонами. Будут меняться? Это будет по-честному. Так, у вас на БТРовских новый. В кадре с моими дисками. Макс продал мои диски. Вот он, УАЗик на БТРовских. Знакомые диски, знакомые шины. Так, ну и тут нормальное рубилово. Мы чуть-чуть пропустили. Привет.